Тренировки начались перед ТОП-32. Сейчас тренируюсь с Саней Мезенцевым. Чисто дрифт Мацури школа. Катаем с ним. Ребята, сейчас уже стартуют парные заезды. Я практически в конце сетки. Получается, с правой стороны. Вон наша палатка, там диджей, бузончик. Все, короче, весело, все для зрителей. Ну а лавр здесь, пусты уже на трассе, потому что там выездной техпарк будет. Заезды надо показать красивые, стопудово. Эффектные, красивые. Зачем еще сюда приехали? Вот там выездной техпарк, прямо на трассе. Вон старт. Сейчас выезжаем на ТОП-32. Так, такого движа у меня еще не было в палатке. Ну а я еду на заезды. У меня там уже бусты заждались. Диджей там, все в порядке. Я уже переместился в техпарк. Вот так он выглядит. Трансляция, кстати, по ссылке. Залетайте, смотрите. ТОП-32. Будет жарко. Так, а у нас тут, смотрите, какие машины, какую трассу, какие конкурсы, заносы. Можете дым нарисовать или такое. Там рисует. Малой 8800 рисует. Иди два, там. Вижу солнышко. Ага. Я как зовут? Так, вот смотрите, дети нарисовали. Молодцы. Ага. Так, а у тебя тоже какой-то, ты прям... Колеса нарисовала. Ну вот и конец мероприятия. Награждение. Первое, второе, третье. Итак, время жиросжигания. Вот она, соточка калорий на этом замечательном байке. Ну, конечно, это делается двумя руками.